Скандально известная балерина Анастасия Волочкова наслаждается новым романом. Своего кавалера она от публики теперь не скрывает. На этот раз на Мальдивы звезда поехала с банщиком Сергеем. Молодого мускулистого красавца Волочкова урвала на передаче «Давай поженимся», куда была приглашена в качестве звездной свахи. Не прошло и недели после эфира, как один из тележенихов, хозяин банного комплекса по имени Сергей, поселился в роскошном особняке Анастасии. А спустя пару дней красавец укатил вместе с балериной на ее любимые Мальдивы. «Я сюда как на дачу, из холода в тепло, и с Сергеем», написала счастливая танцовщица, опубликовав на своей страничке в Инстаграм снимок из аэропорта. В сторис балерина поделилась коротким видеороликом, на котором она на катере мчится на один из островов, снимая волны. «Мы уже на Мальдивах. Как вы там, мои золотые? Не мерзнете ли в Москве?» — интересуется Анастасия у подписчиков.